Гурьевский каменолом, рукотворные пещеры близ города Веня. 16 века мастера вырубали в кромешной тьме вереницы ходов и зал. Далеко не все шли под землю добровольно, каменолом не надо лихорадить, в них пропадали и гибли люди. В начале 20 века разработки были заброшены, а слава гиблого места дошла на них. Однако, более чем через полвека ход пещеры раскопали, и люди вновь кунулись. Монеток нет. Давай тогда сюда двигаться, когда предложу. Да. Тут большая. Сдается мне, мы не туда зашли. Да, куда-то не туда повернуть, это нет. Да, пойдем на разведку направо. Ну, дошли, а вот и глиняный музей. Наш любимый глиняный музей. Вот она, знаете, щель. Ничего, так смотрится. Моего фонарика не хватает, чтобы посадить ее насквозь. Ну что, пойдем дальше. Добро пожаловать в заячью щель. Да, ну это мы уже посмотрели. Пойдем пройдем чуть вперед. Посмотрим, что тут у нас. Так, а тут у нас завал. По-моему, кто-то очень хотел выбраться наружу. Ты думаешь? Да. Вообще похоже. Я думаю, нам лучше с ними встречаться, чем бы это ни было. Хорошо, полазили. Блин, долго не хрени мешку родила. Есть в грязи, как в ковыле. Китайское говно, ага. Подвал дядюшки Ляо. Будем надеяться, что хотя бы так, а не соседняя бабка. Слышал? Где? Где-то там. Должно быть, показалось. Стой, стой, кажется, мы здесь не одни. Черт.
беги, не останавливайся!